Меня зовут Карл Раш. И открытие этих файлов — мое последнее действие на посту главы Харгрив Раш Биокемикал. Слушайте внимательно. Вы должны знать правду. Инопланетяне, называемые цефами, находятся здесь миллионы лет. Мы обнаружили их во время Тунгусского инцидента и собрали их технологии. С этими знаниями мы и основали компанию. Мы создали команду «Раптор» и послали ее на Лингшан, чтобы протестировать боевой экзоскелет «Нанокостюм». Лидер команды «Пророк» знал больше других, но и он не знал всего. «Нанокостюм» создан из инопланетных материалов. Мы не знали, что он призовет спящих цефов. Это была первая война с пришельцами. Только два раптора выжило. Тих и Пророк. Пророк очень сильно изменился в результате. Навсегда заражен цефами. Все же мы победили. Но они не были побеждены. Они адаптировались к окружению и атаковали снова. Пророк сражался с ними в Нью-Йорке, разбив свой нанокостюм до потрясающей силы. Но инопланетное заражение сделало его еще ближе к цефам. И он заменил свою зараженную плоть и обратил их оружие против них, уничтожив их силы. Но его предали. Сэл обратилась против Пророка без моего ведома. Они присвоили победу в Нью-Йорке и сейчас захватывают власть в Вашингтоне. Цефы побеждены, но их технологии по-прежнему смертельно опасны. Сэл злоупотребляет технологиями, чтобы подмять под себя экономику. Я прошу об одном. Найдите Пророка. Он опасен. Он уже не человек. Но он может остановить Сэл. Вы должны найти Пророка. И молитесь, чтобы он спас нас в последний раз. Назад пришельцы цефы вторглись в наш мир. Мы их остановили. Я их остановил. Но корпорация Сэл сразу ухватилась за эту возможность, заполнив вакуум власти, и быстро выросла настолько, что могла претендовать на мировое господство. Сэл застали нас врасплох. Даже меня. Они называют меня Пророком. И я единственный, кто знает, что грядет. Сэл — не главная угроза нашему миру. Самый мощный пришелец, Альфа-Цеф, еще жив. Он показал мне кусочек будущего. Он знает, что движет мной. Во что я верю? Что быть хорошим солдатом в итоге означает лишь одно. На один простой вопрос. Чем ты готов для этого пожертвовать? Запомни меня. Когда они пришли ко мне с нанокостюмом,
Я принес в жертву Лоуренса Барнса, того, кем я был когда-то, чтобы стать пророком, величайшей тактической боевой машиной, которую знал мир. Когда мои плоть и кровь стали мне мешать, я заменил их, как деталь. Победа обходится недешево. Каждый раз ты платишь немного больше. Я видел проблеск грядущего. И от меня не осталось ничего, что способно ее остановить. Величайшая боевая машина потерпит неудачу. Что мы будем делать? Что я буду Вот и моя поддержка. Тейн, мы выходим. Не высовывайся. Двигайся. Тейн, бандит. Отвлекающий маневр. Пророк. Идем. Командир Ромео. Ромео-1. Начинаем выжигание. Прием. Понял, Ромео-1. Мы должны протащить тебя туда, внутрь купола. Война начинается. Альфа-Цеф? Нет. Помнишь ребят, нашпиговавших тебя, Кейвольд, в Сибири? Которые держали тебя в стазисе бог знает сколько лет. Которые срезали нано-костюм с моего тела. Которые собирались сделать это и с тобой. Сэл, вот это они. А, забудь. Внимание. Выгрузка нано-костюма в процессе.
всем вспомогательным частям. Это Некс. ИИ, отвечающий за безопасность цел. Выходим прямо из главной двери. Единственный наш шанс — эффект неожиданности. Никто не ждет такого безумия. Сделаем это тихо. У них ОБР наготове. Слышите? Прикрой меня! Делаем это тихо. У них ОБР наготове. Слушайте. Я проверю. Внимание. Уровень угрозы оранжевый. Производится выгрузка костюма. Делаем это тихо. У них ОБР наготове. Маскировка отключена. Маскировка отключена. Они вызвали всех в выходной ради этого парня. Ты хоть знаешь, кто это? Этот парень пророк. Поэтому они все позакрывали. Он на пути к живодёрню. Кто в здравом уме пойдет за ним? Все станции Бастиона! Командир Бастиона! Прием! Этот парень просто суперсолдат! Суперсолдат! Тоже мне! Кровище истекает, как и все! Нет, не в этом случае. Внимание!
Уровень Леосы оранжевый. Производится выгрузка костюма.
наблюдатель! Тут пророк! Все мертвы! Нужна помощь! Сейчас же! Ромео-1, иду к цели. Прием. Это было неаккуратно. Возможно, тебе нужно это. Лук? Да. Превращает тебя в невидимую, неслышную машину для убийства. Серьезная штука. Тебе нравится? Нет. Это потому, что ты еще главного не слышал. Угольные лазеры прикрепили этот лук к твоему костюму. Он достаточно мощный, чтобы остановить носорога. Сменные головки доставят порцию взрывчатки в любую цель. И что лучше всего, он не срывает маскировку. Ну как тебе? Посмотрим. Хорошо, теперь выдвигаемся. Пойдем. Р-
Ромео-1, проникли в Фокстрот 4. Горючка готова, прием. Пойдем. Ромео-1, проникли в Фокстрот 4. Горючка готова, прием. Маскировка отключена. Отлично. Критическая угроза. Скорость ветра на восточной стене купола превышает работу предела.
Он не мог уйти далеко. Достанем его. Идите и найдите его! Последнюю позицию. Идите и найдите его. Откуда стреляю? Он не мог уйти далеко. Достанем его. Зачистите сектор. Он не мог уйти далеко.
двигаем. Вас понял. Ромео-1, Ромео-2, поджигание завершено, прием! Спешить. Идем. Сломай дистанционно. Давай. Куда мы идем? Это эпицентр СЭЛ. У них тут 1002 спецназов. А ЦЭФ? Оставь это, приятель. Инопланетянам конец. Пора бы это уже осознать. О, вы, должно быть, шутите. Давай, псих, пойдем. Откройте эту дверь. Покажи мне свое давай лицо. Просто было ты вырезал меня из гребаного костюма, теперь покажи мне лицо. Псих, идем. Я найду тебя. Я найду тебя, твою мать! Когда они выдирают тебя из костюма, ты находишься в сознании. Многие из ребят умерли в муках, сердце не выдерживало шока. Ах, пень. Давай. Идем. Окей, я тебя прикрою. Встретимся на дальней стороне. Тревога всех. Беглецы Тересисов убили Лили. Уничтожить со всей тщательностью.
место! Я выгляну, прикройте! Охотится на нас! Я тебя прикрою. Встретимся на дальней стороне. Тревога в сердце. Беглецы пересекают берег. Уничтожить со всей тщательностью. Маскировка включена.
Я понял. Что такое? Я тебя прикрою. Встретимся на дальней стороне. Тревога в секторе. Беглецы пересекают периметр. Уничтожить со всей тщательностью. Внимание! Беглецы обнаружили
это затруднило мою задачу. Они на мосту! Установите периметр! Вас понял! Существа не заходятся! Вы не слышали, что такое ограничение? Давайте или будете уничтожены! Сам. Отвали! Не нужен мне гидрокостюм. Встретимся внизу, окей? Вас понял. Выдвигаемся.
Идите и найдите его! Псих, двигаюсь в следующую зону. Псих? Да. Понял. Это пророк! Это тебе не кучка мятежников! Да-да!
Выдвигайтесь к последней точке контакта. Выходи и сразись, трусишка! Давай, двигай! Тихо, оборона перейдет! Он не может! Она закончится! Не попадай! Не попадай!
Спокойно, Пророк! Мы найдем тебя! Эта маскировка тебя не спасет, гад!
происходит? Почти на месте. Псих, я прошел. Да, я понял. Встретимся у лифта в башню. Слышите? Турели, ты можешь их взломать, а я не могу. Мы войдем, то встретимся с моими людьми. У тебя есть люди? Ты же знаешь меня. Я всегда играл в команде. Я никуда не пойду, пока не услышу ответы на некоторые вопросы. Да, я помню. Большинство из них должники. Сел владеет энергией целиком и полностью. Оплатить счета невозможно, только отработать. Тебе это никогда не удастся, в том-то и прелесть. Ты застреваешь в этой схеме отработки долгов навсегда. Другого выбора нет. Нет, один есть. Сражаться. Смотри, я покажу тебе, чем занимались Сел, пока ты спал.
Может, тогда ты поймешь. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Версия 2.0. Что они сделали? Город. У него есть энергетическая аура. Почему это? Это Сэл. Они распределяют энергию инопланетных технологий. Питают всю мировую сеть от одной цевской машины под куполом. Это не может быть так просто. Так и есть. Уничтожишь энергию, уничтожишь Цев. Проще некуда. Нет. Альфа-Цев показал мне видение. Мы это уже проходили. Тут должна быть какая-то связь. Пророк, пришельцам конец. Ты сам их порешил. Остались только бродячие беспризорники. Нет. Есть нечто большее. Только бы найти подсказку. Где-то здесь ключ к разгадке. Слушай, пока ты там охотишься на инопланетян, которых нет, Сэл тут активно захватывает мир. Ты нужен нам здесь и сейчас, босс. Нам нужна твоя помощь, чтобы остановить Сэл. Здесь совершается не просто революция. Я видел это. Сэл играет с вещами, которых и близко не понимает. Что бы они ни делали, это приведет к концу света. Мы должны их остановить. Верно, мать твою. А теперь идем.